Приветствую всех. Сегодня я хочу записать видео, как регистрироваться, правильно регистрироваться в Apelsin Money. То есть мы будем проходить регистрацию по моей ссылке. И здесь мы пишем имя. Здесь мы пишем email. И здесь мы вставляем свой логин. То есть так как у меня кабинет уже есть, значит мы вставляем вот так. Пароль мы можем ставить свой, который мы не забудем, который нам нужен. Пароль мы пишем латинскими буквами. Соответственно, пароль и повтор пароля не совпадают. Вот, давайте еще раз попробую ввести, чтобы наши пароли совпадали. Вот, теперь, наверное, у нас пароли совпадают. Нажимаем «Регистрация». Вот у нас сохранился новый кабинет. И, соответственно, мы должны здесь активировать какую-либо площадку. Для этого у нас должно быть на кошельке, если вы заходите на 120 рублей, соответственно, у вас должно быть на кошельке 125 рублей, по-моему. Ну, сейчас мы это все проделаем. Если вы на Гамлин заходите 280 рублей, если вы, наверное, заходите 1450 рублей, ну, соответственно, если на три площадки, это выходит 1850 рублей. Покажу на самой маленькой площадке. Вот у меня сейчас на кошельке 176 рублей 19 копеек. Также давайте вот мы нажимаем копировать. И мы должны вот здесь вот в мой баланс. Вот сюда в мой баланс мы должны вставить номер своего кошелька. Я вставляю тот кошелек, который мне нужен. Нажимаю «Сохранить». Все. Это обязательное условие перед оплатой. Вот 230, 78, 867. Вот 230, 78, 867. Что мы делаем дальше? Дальше мы вставляем сумму. И пополняем. То есть нас перекидывает на наш Pair кошелек. Причем оплата может быть с абсолютно любого Pair кошелька. Главное правильно указать свой номер кошелька. Здесь мы выбираем рубли. Так, вот давайте еще раз посмотрим. Смотрите, когда вы нажимаете «Пополнить», здесь вы можете пополнить абсолютно любым способом. Здесь есть Pair, Advanced Cash, можно биткоинами, можно со связного, с Билайна, даже с мобильного телефона оплатить. Также с Kiwi, с Яндекса, с Визы. То есть достаточно большой вид пополнение кошелька. То есть вы даже можете здесь заходить, если у вас есть Ripple или Dash, или Bitcoin, или Visa. То есть вот все доступные способы. Итак, мы продолжим. Мы выбираем Pair, указываем рубли, нажимаем «Подтвердить». То есть на счету у нас должно быть 121 рубль 16 копеек. Вот 121 рубль 16 копеек на счету Pair у вас должно быть. После этого вы нажимаете «Подтвердить». Все, сейчас вас перекинет к оплате. То есть сейчас мы пополнили счет. Вот на вашем балансе отобразилось 120 рублей. После этого мы жмем «Активировать». Начинает крутиться вот здесь эта кнопочка. Нужно просто перезагрузить страницу и смотреть. Все. Вот вы зарегистрировались. Теперь здесь можно установить свою фотографию. Фотография устанавливается достаточно просто. То есть вы должны зайти в свой кабинет, в профиль. И здесь можно вставить свою фотографию. Фотография должна быть определенных размеров, потому что все фотографии, все подряд фотографии здесь не подходят. То есть по килобайтам и по размерам самой фотографии. Вот вы видите 512 на 512. Открыть.
То есть, смотрите, квадратное изображение минимум 100 на 100, максимум 500 на 500, не более 1 мегабайта. То есть, если у вас есть такое изображение, то вы можете его сюда ставить. Если нет, то вы его не сможете сюда ставить. Что же нам делать в таком случае? Мы заходим в изображение, мы выбираем фотографию, вот, например, вот эту фотографию. И делаем так. Нажимаем «Изменить». Вас открывает в Paint. Что мы здесь делаем? Изменяем размер. Выставляем пиксели. И здесь мы ставим 450 на 450. Нажимаем «Ок». Вот наша фотография. После этого мы заходим «Сохранить как». Выбираем либо GIF, либо я обычно выбираю PNG. И мы называем эту фотографию, например, вот так вот, чтобы она у нас отличалась. Сохраняем. Вот, теперь наша фотография сохранилась. Давайте попробуем ее вставить. То есть мы заходим снова в изображение, находим нашу фотографию. Вот она, наша фотография. И нажимаем «Открыть». Вот наша фотография загрузилась. Все, здесь в кабинете вы можете поменять пароль. Здесь можете все сделать. Здесь вы можете редактировать свой профиль, вставить номер своего телефона. Обязательно оставляйте свои контактные данные. Вот так вот вы копируете, заходите, вставляете. Нажимаете «Сохранить». Все. Теперь, если люди будут регистрироваться по вашей ссылке, соответственно, они будут видеть, что у вас привязаны социальные сети. На этом я заканчиваю. Я думаю, мое видео вам было полезно. Всем привет!